как можно избавиться от индуктора, вот этого так называемого, или первичной обмотки на катушке. Тут есть одна катушка, тут другая катушка, то более толстым проводом намотана, и на ней индуктор намотан. Это получается как экстра катушка. И тогда тут нет никакого индуктора. И, кстати, вот эту, вот этой катушке и длину меняя, можно вот здесь индуктор повесить, какие обычно, а просто менять вот эту катушку, и будет зависеть разная частота. Например, вот с этой катушки, и тут очень тонкий провод, 0,3 мм где-то. Так частота получается резонанса 600 кГц. С этой 1200 кГц. Если прямо тут вот этот конец на землю подцепить, то это 1600 кГц. То есть, меняя вот эту саму катушку, можно подстраивать какую нужно частоту. И не надо тогда перематывать вот эту катушку, если неудобно ее там перематывать. Ну, теперь покажу, как работает это все. Радиатор поставил на радиатор, тогда эти оба греются, там лучше тепло от него подходит. Включаю. Вот тоже. А когда плотно намотано, тогда такой как бы эффект залипания есть. Вот частота. Это немножко начинало тонить. Сама антенна начинает тонить. Вот я кручу, кручу, и потом оп. Так резко переходит частота. Это только когда плотно намотан индуктор на катушку. И, возможно, если тут более толстым проводом намотано было бы еще эта катушка, тогда не было бы этого эффекта залипания. Немножко вниз пойду от резонанса. Вот все примерно то самое, что и с нормальной катушкой. Надо изоляцию взялись, а то она все время мешает.
много тут огня. Лучше не жариться, лучше ее с ножницами обрезать. Возможно, так еще меньше транзистор греется. Так, покажу, какая частота. Вот этот мультиметр не нравится. Он пикает каждый раз при включении, раздражает. Вот. 1,317. Вот что покажет. 1,316. Вообще можно было домотать здесь сюда вот, потом пустить. 1,3 МГц это низковатая частота. Где я хотел настроить на 1,5 МГц. Вот пробовал вот этой катушкой понизить частоту, но тут слишком мало провода, поэтому она почти не понижается. Ангел, тебя побери. Вот эта теплая катушка. Странно. Это тоже теплый. Вот этот индуктор очень теплый. Значит, он его сопротивление очень большое. Провод, значит, видимо, слишком тонкий. Чуть ли не горячий был. Значит, можно еще лучше сделать. Искры дочные гибли.
этих искр потребление где-то 4 ампера. Ты твой резонансный конденсатор я ставил на воздушном, когда индуктор будет через воздух зазор, тогда вроде бы с конденсатором было лучше, а так, а когда вот прямо на катушку, тогда можно объяснить. Господи, Господи,
Вот этот провод, он даже такой достаточно толстый, 0,60 мм, но все равно грелся эта катушка. Я ее подальше поставила, потому что может какое-то излучение идет на это. Так что по сути тут это не от излучения нагрелось. Ее некоторые тут очень сильно греется. И это греется. Ну, не так сильно. Видимо, потому что тогда становится добрый намного выше, потому что тут у земли очень большой ток. Тогда, кстати, провод тоже может слабоват. Тут и земляной провод тоже 0,75, скажите, миллиметр квадратных. Тоже может слабоват. А тут не длинный, это 3 метра там. Поэтому, когда вот тут переходит на толстый провод, тут создается побольше ток. Тогда добротность выше. И поэтому... по идее... Ну, уж тут такой большой ток, что он как бы способствует нагреву. Допустим, тут гуляет, допустим, 3 ампера и 1000 вольт, и он тогда нагревает. А если вот этот конец прямо идет на землю, тогда тут уже все равно как бы не будет там больше каких 7 ампер. Он уже начинает греть вот этот низ свой, поэтому большой добротности тут не набьется. А когда вот с экстра катушкой, тогда тут можно побольше ток получить и повыше напряжение на выходе. Лучше добротности получить. Следовало бы заменить как-то. Не знаю, чем тут заменить. Таким можно. Тут резать его надо, как-то жалко. Тут слишком толстый. Эти скрутки очень влезут. Может, он слишком длинный. По сути, это тоже не такой тонкий, он просто у него изоляция тонкая, поэтому он выглядит очень тонким. Сказал чудак. Yeah.
тонет конец. Как это называется? То есть, вот сюда. Такое высокое. Ну, жена. Надо потребление опять почти. А тут какая-то лезет модуляция. Вот потому что это еще звенит на этой частоте катюшки. Кондуктор все равно греется, хотя его примотала. Зато я короче его сделал. Ну, потолще вроде бы провода. Такая искра тянется. Если у кого так, что пенсионы туман. Надо потребление 4 на теперь. Вот эти светит, школа не работает, но... Тут же одно место, вот эти 28 метков стоит. Вот с этой золота он еще разряжал вот этот 15. А вот этот с этой золотцем заряжается. С этой, вернее, сам заряжается. Тоже горячий.
немножко его тоже цапаю. То есть тут реактивные токи по всей видимости бывают. Будь здоров, как говорится. Штурасово 0,6 мм провод длится. Еще 0,6 мм он... Ну, наверное, может пропустить. Вот, если 220, там почти никакой присадки не будет. На 220 вольт лампа. 500 ватт. Нужно тут вообще 24 вольта, а не 19, сколько у меня, или 0,5. Тогда можно больше витков намотать. И зато не такой толстый провод нужен. Будет эффективнее передаваться энергия. Так, вот тут 4 витка. Потом тут такие длинные провода. Это многовато, тут все происходит. Тянуло тут параллельно, как бы, вот тогда они... Поле компенсирует друг друга, но все равно падение напряжения на них идет. Какие-то залипания есть. Откручиваю частоту. Тут шипение какое-то.
Неплохой гонщик, правда. Струны мечты, зазвучит тихонько моя любовь, чувствуя дыхание весны, нежно просыпаясь еще без слов, упадет к ногам тишины, и растает снег одиноких снов, и тогда мне встретишься ты. Где же ты, чье имя весна? Ищет тебе сердце мое. За окошком снега, главное, что в сердце тепло. Верю я, что встретимся мы, я и ты. О тебе мечтаю я в тишине, нежно твое имя шепчу. Жду, когда придешь ты ко мне во сне, я тебя летать научу. Закружу тебя в суматохе дня, косы твои ночь заплету, подарю тебе звезды жемчуга и свою мечту напою. Где же ты, чье имя весна? Ищет тебе сердце мое, и пусть за окошком снега, главное, что в сердце тепло. Верю я, что встретимся мы, я и ты. Я и ты, я и ты. Пробился сквозь океаны туч. Надо же, в осень влюбился. Кто ты, туман, листопад или цветение вишни? Я даже слякоть рад, только твой голос услышу. Времена жизни, времена года, странности любви. То солнце брызнет, то непогода. Разбились моими. Лужи сковало стекло, ветви застыло и жалко. Мне же с тобою тепло, даже порою жарко. Этот смешной календарь стал мне зимою в тягость. Снежный морозный январь я заменил на август. Времена жизни, времена года, странности любви. То ли темница, то ли свобода, разберись, пойми. Солнце своим лучом зим прогоняет скуку. Ты повела плечом, сбросив мою руку. Птицам бы песни петь. Что же случилось просто? Ты подчинилась весне, а я поскользнулся в осень. Времена жизни, времена года, календарь я рву. Друг мой, скажи мне, что же со мною? Умер я или живу? Но летом уж пахнет день,
вьются травы путы. Что же ждать зимы день? Холодом сердце кутать? Нет, не хочу, не верю, небом одним дышим. Я распахнул двери, навстречу весне вышел. Времена жизни, времена года, календарь я рву. Солнце весеннего луч на пороге жизни, в которой люблю. Времена жизни, времена года, календарь я рву. Солнце весеннего луч на пороге жизни, в которой люблю. Мы к городу чудному шли понарошку, но начали верить в него понемножку. Но начали верить в него понемножку. Мы в сказочный город пошли не случайно, мы в сердце хранили мечты и желания. Мы ветер надежды руками ловили и верой своей себе крылья растили. И верой своей себе крылья растили. Мы детскую сказку в душе сохраняли, и чтоб ни случалось, ночами летали. Мы судьбы своими руками творили, мы просто мечтали. Мы просто мечтали. Мы просто мечтали. 53 ватт заземление. Теперь знаем точно, есть город на свете. Вот потребление 2 ампер и 19 вольт. Там синие птицы. Тут где-то 40 ватт. Там просто мечтают. Ну, то есть заземление где-то КПД 80%, я сказал. Потому что оно у меня есть на калбре. Там просто живут. Хотя мужики выглядят, что ярко горит. Там сказки живут, там все люди как дети. Там синие птицы на ветках поют. Там просто мечтают и просто живут. Там просто мечтают и просто живут. Конденсаторы параллельно отлично есть. Когда на море чудеса, 66,8 ампера тогда потребление наше горит. Все хищные звери превратятся в черепа. Когда по горам побегут туда там, ручьи, водопады, будет гомон и гам. Это весна, наша весна. Это весна. Наша весна, когда рано утром к нам солнечный лучик летит, улыбаясь сквозь хмурые тучи, когда на земле дети смеются во сне, им снится незнайка на веселой луне, когда в ненастье видишь мир прекрасный, душе обретает огромное счастье, когда в глазах надежда, а не страх, и ты с улыбкой обручен на небесах. Это весна, наша весна. Это весна, наша весна. Когда река купает облака и с ними вместе майского жука, когда луна на небе не одна, а с нею вместе звезды ты и я, когда мечты прекрасны, как цветы, и ты их даришь своей первой любви. Когда мы вместе, и жить интересно, мы любим мир, и это так чудесно. Это весна, наша весна. Это весна, наша весна. Это
весна. Это весна. Наша весна. Ничего не знаю, и вдруг мой нос говорит, что где-то и у кого-то что-то сейчас подгорит. Вот я добавил ничего вот не знаю, катушку, но это нос понизить чистоту. Кто-то купил апельсины, не перематывать эту катушку, и чтобы понизить чистоту, добавил ничего не знаю, вот эту катушку. Я в духоте сижу. Чистота упала немножко, но очень незначительно. Можно сказать, поэтому я еще добавил фольгу в эту. Тогда чистота теперь упала до 1,5-5,6 миллиметров. То есть 1556 килогерц. Вот мне не надо ничего доматывать. Кусок фольги добавил. Нормально. Свой путь через миг мне лишь нужно вдохнуть капли теплого света, розы новых ветров в мире вечного лета, на планете цветов мы кружимся в каплях дождя, мы творим чудеса. Несем в своих душах мечту, воспевая любовь. Мы малые искры в ночи от большого огня. И светит с небесного пути золотая звезда. Капли теплого света, розы новых ветров. На планете цветов сиреневый ветер нам путь подарил облака. Дожди свою флейту мечту, солнце, свет и тепло. И только лишь полдень пробьет на великих часах. Откроются тихо врата, зазвучит волшебство. Капли теплого света, розы новых ветров. В мире вечного лета, на планете цветов. Таким способом можно нагревать воду. Но, наверное, будет быстрее, если просто там какую-нибудь спираль или лампочку засунуть в воду. Вот она уж несколько таких, может, 30 минут постояла. И она такая теплая. Вот это тоже нагревается сильно горячее. Вот таким способом нагревается потребление, вот 19 вольт и 4 ампера. Mm-hmm.
Что-то во мне в эти страны изменилось. Вспыхнул, погас и опять загорелся огонь. Не жду. Скажи мне, зачем? Этим металлами водой появляется плазма. Вечная, нежная, очень земная любовь. Сразу я понял, что мне от тебя не укрыться. Сам я навстречу тебе поспешил. Откуда взялась ты, прекрасная синяя птица? Может, я сам тебя как-то во сне сочинил? Может, я сам тебя как-то во сне сочинил? Знаю о том, что согрею своим я теплом. Нежные крылья, любовь, только со мной будь навеки. Ты осветил счастье, радости путь осветил, и со мною по жизни лети, сколько бы бед я не встретил. Ты подошла незаметно, неслышно ступая. Никогда не мечтал и не знал. Я и не знал, что любовь может быть вот такая. Я б за тебя свою жизнь даже б дважды отдал. Я б за тебя свою жизнь даже б дважды отдал. Прошу тебя, милая фея, если уйдешь, я не знаю, что будет со мной. Я без тебя даже часа прожить не сумею. Я говорю, я люблю тебя, слышишь, любовь. Тебя, слышишь, любовь. Знаю о том, что согрею своим я теплом твои нежные крылья, любовь, только со мной будь навеки. Вот. Ты освети счастье, радости путь освети, и со мною по жизни лети. Сколько бы бед я не встретил, знаю о том, что согрею своим я теплом твои нежные крылья, любовь, только со мной будь навеки. Вот один силограф на землю, второй возле вот тут, на проводе, счастье, радости, путь осветил, и со мною по жизни летит. Сколько бы бед я не встретил. Вот такие пачки. Вот видно. На верхушке во время детайма. Ну, от этих пачек ничего не происходит, конечно. Вот видно пачка. Упала.
Транзистор горячий, катушка холодная. Вот какие нам пачки запускают, и частота где-то трансформатора Тесла 1390 или сколько это килогерц где-то. Недалеко 1400, кажется, килогерц. И пачки в мертвое время. Новому транзисторы закрыты, пускались. Можно его скважинность уменьшить. И ничего не происходило. Как я выяснил, чем эта катушка длиннее, тем ниже частота, общая частота, как я уже говорил раньше. Снимаю, поэтому по сути длина заземления как бы будет играть роль, если, например, катушки 1,5 МГц и, допустим, 30 метров длина. Ну, в общем, она и вот, допустим, длина где-то 20 метров и 2 мегагерц, и тогда не будем считать длину укорочения, это будет 1/4 при 38 метров, а длина катушки 20 метров. Так еще 18 метров надо земли, чтобы как бы лучше получилось. Если катушки длина и так 38 метров, тогда потом и длина земли 38. Так получится, что на верхушке будет мало напряжения, но получится, что провод, волна будет ударяться в минус, потому что минус заземлен, и она будет ударяться в бета, потом по идее она будет как-то идти по земле, но так как тут пучная стока. И потом там она как-то странно будет ударяться, потому что получится как бы, что пучность напряжения будет на самом конце катушки. Ну так это не может быть на самом конце, так может как раз этого и надо добиться.
Потому что если тут мощность тока, она тут получится мощность напряжения. Но тут мощность тока уже создаться, потому что ударяется от минус пуш-пула, потому что и катушки это. Но если катушка заземления скручена в катушку, так она, наверное, через емкость будет передаваться. Но это нужно, чтобы была как бы пучность напряжения, тогда она через емкость передается. Если там образуется пучность тока, так она через емкость нехорошо передается. Это очень сложно. Вроде бы Руслан показывал установку. Где у него заземление 5 метров было. А там катушка неизвестна, сколько там было метров. Он говорил, что там, где две башни, что у него лучше работает на заземлении, когда на улице, которая притянута из улицы, там она длиннее, а вот так за на батарею, как я понял, короче, поэтому там две башни, там Тесла самое много провода, поэтому лучше работает до заземления длинное. Всей видимости, это длина заземления не должна сильно влиять. Хотя, может, так как у меня тут на первом этаже, так и надо подлиннее заземление. И жизнь не кончается у края земли. И в сказочном таинстве мы дружим, влюбляемся, так нежно стараемся любовь сотворить. Ла-л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 а
нежданно-негаданно. Любовь загорается, и сердце поет, а солнце вселюбящим, всех нас согревающим, о том, кто надеется, кто верит и ждет. И в сказочном таинстве мы дружим, влюбляемся, так нежно стараемся любовь сохранить. И в сказочном таинстве мы дружим, влюбляемся, и с нами купается через каждую амплитуду. Одно пропускается, кто на второй подается. Вот с колечка снимается, с килограмма.
так как тут 28 кГц, а не 15. Поэтому каждую вторую. А то разогнать не удается сильно там на Тесле, если жду первую. За грядою снежных гор, за туманом быстрых рек, за зеркалами озер ищет чудо человек. Но однажды он поймет, где-то на краю земли, что чудеснее всего жить в согласии и любви. Так спеши же, мы здесь, так лети же, ты веришь, за долиной чудес отвори в сказку двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо тем, кто вместе творит на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на, лай-на-на-на-на-на-на-на-на, лай-на-на-на. Строить жизни города и растить в душе сады, о прекрасном лишь мечта, станем вместе я и ты. Песни новые слагать будем мы с тобою вновь, станут снова в них сиять дружба, верность и любовь. Так спеши же, мы здесь, так лети, ты же веришь, свежий ветер любви распахнет твои двери, и рекой станет жизнь, а душой будет небо. Мы посадим цветы на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на. Жизнь в подарок навсегда, свет, надежда и любовь с теми, кто отдал себя. И пусть укрепят тебя восходящие шаги, ведь поверивший в себя есть надежда для любви. Так отдай свою жизнь, обрети крылья веры, свежий ветер любви распахнет твои двери, и рекой станет жизнь, и душой будет небо, и растают снега на просторах вселенной. Лай-на-на-на-на-на-на-на, лай-на-на-на-на-на-на-на. Тут теперь где-то 1,3-1,4 мегагерца.
подвигли почку немного, частоту менял. Видно на 28 кГц трудно разогнать. Тесла. Поэтому Руслан и перешел на 15-13 кГц, чтобы легче было на каждую волну пить. Быстрее разогналось. То есть не быстрее. Как бы нормально могла разогнаться. Нормально смог разогнаться трансформатор Тесла. Это на экстра капучки.
теплые. Доктор тоже теплый, транзистор горячий будет, горячий. Тут теплый немного. Тут, можно сказать, горячий. Но по сравнению с этим, вообще он может очень сильно нагреться. Это на 100 градусов ему ничего не станет. Вот поэтому, если такой хороший радиатор нагревается, я вот, например, тут радиатор на радиатор стоит, я потом беру этот радиатор в руки, и он уже даже горячий, его нельзя удержать. Все никак не прикручен к тому радиатору, просто лежит на улице. Значит, если это так сильно нагревается, тогда вообще как это нагревается. Центр немного сверху. Его воздух лучше охлаждает, это так под столом. Не может стол изолятор. Ему труднее купец. Но все равно очень помогает. Значит, если он так сильно нагревается, что его даже удержать нельзя. Божья Матерь сыну колоб, всякой снадобью она поила жито в масле, испекла и положила тихо в ясли. Заигрался в радости, младенец спал в дрему. Уронил он колоб золоченый на солому. Покатился колоб за ворота рожью. Замутили слезы душу голубую Божью. Божья Матерь сыну советы, ты не плачь, мой лебеденочек, не сетуй. На земле все люди, человеки, чада, хоть одну и малую забаву надо. Жутко и меж темных перелесец, на разряднике назвала я этот колок месяц. Такие вот остренькие. Поменял на другую фазу, на нижнюю теперь.
Вот идет этот провод на это, вот это идет на землю. Так, так и вот так. Только так можно вместе прожить. Только так, только так, только так можно сказку творить. Только так, только так, только так можно вместе прожить. Будьте смелыми, искренне будьте. Разрядники более опасные, потому что излучают легкие рентгены, много ультрафиолета. Только так сердце выберет только так можно к свету шагнуть. Только так, только так сердце выберет путь. Пустые желания, только так легче станет идти. И не ждите от жизни признания, только так можно чисто любить. Только так, только так легче станет идти. Только так, только так можно чисто любить. Отогрейте сердцами друг друга. Только так можно землю спасти. Пусть покажется ласковый вьюга, только так нам не сбиться с пути. Только так, только так можно землю спасти. Только так, вот этой железкой. Только так нам не сбиться с пути. Лай-л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 ай
Вот это не самое Вроде не все не тренировано, но все равно этот прыжок встает заря, для чего нам солнце светит, для того, чтобы на земле, чтобы понизить чистоту, чтобы все смеялись, словно дети, для чего горит свеча, для чего святой сияет, для того, чтобы на земле все нашли дорогу к раю. Улыбнись, моя любовь, сердце нежно расцветая, рассыпайся вновь и вновь, светом радуги сияя, светом радуги сияя. Да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Чего бежит ручей, май цветы свои ласкает, для того, чтоб на земле счастье вместе мы встречали, для
для чего любовь жива и летает словно птица, для того, чтобы на земле каждый мог в нее влюбиться. Улыбнись, моя любовь, в сердце нежно расцветая, рассыпайся вновь и вновь, светом радуги сияя, светом радуги сияя. Да-да-да-да-да-да. Чего звенит капель, кап-кап-кап, для чего играют дети, для того, чтоб на земле расцветало все на свете. Для чего же, для чего этот мир вокруг смеется? Для того, лишь для того, что он с радугой сольется. Нежно расцветая, рассыпайся вновь и вновь, светом радуги сияя, светом частота радуги 500, сияя. 1500-300 килогерц. Распахни в небеса, людям любовь без конца отдавая. Душу открой, распахни в небеса, людям любовь без конца отдавая. Этой любви без что конца. Делал. Вот тут поставил, тоже раньше поставил супрессор, дремпфер или как он там, он греется, и конденсатор, и очень резистор греется, хотя он такой большой. Вот между параллельно пуш-пула вот этой моткой. Между стоком одного транзистора и между стоком второго транзистора РЦ-цепочка. Зато транзистор вроде бы не греется. Теперь они еле теплые. Раньше и пропустил энергию через градиентную катушку и снял резонансный конденсатор. Прямо идет на нагрузку у меня бездиодного моста. Вот это потом оцепил еще заземление от резонансной обмотки от первого слоя индуктора, потому что это подключает Теслу, так прибавка без этого заземления намного сильнее по лампочке. Вот я пуш-пул отключу и включу один трансформатор Tesla. Вот. Лампа уже горит от одного трансформатора Tesla 53 Вт. Хотя и потребление почти 4 ампера.
туда кручу частоту, понижаю, она слабее горит, потом опять сильнее. Потом опять понижаю слабее. Тут не знаю, почему так происходит. Может, это резонирует гранат. Это градиентная катушка. Вот, когда включу бушку, там горит. Или наоборот, пуш-пул включу, а выключу трансформатор Тесла. Вот, обе иду. Ну, это просто сложение напряжений, сложение мощностей. С индуктором так прибавка по напряжению от трансформатора Тесла там слабый очень, потому что индуктор всю мощь как бы на себя уводит. Поэтому я его отключил от земли. Отвязал я от земли. Это трансформатор Тесла. 2,5 ампер. Еще я землю подцеплю вот 5 метров от такой бескислородной меди. Я пробовал между землей лампу ставить и минус, ну и вот этой массой. Ну и разные земли пробовал. Примерно вот это 20 метров и это так само. А вот 80 метров. И 0,5 миллиметров квадратный, так она уже не горит лампа. Самая, ты самая, милая, желанная. Солнышко, зоренька, звезд. Солнышко, зоренька, звездочка, радуга, лапушка.
белая лебедушка, ах, белая лебедушка, ах, белая лебедушка. Вот. 3 ампера. Так слабо лампа горит. Та самая лампа. 53 ватт. Жил на свете огонек, маленькое пламя. Кто когда его зажег, мы не знаем сами. Добрым был, светил всегда. Я подозреваю, что этот резистор греется уже от одного трансформатора. Каждому стремился и тепло свое отдать. Каждому стремился. Ла-па-па, ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па. Ла-па-па, ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па. Если кто замерз, промок, высушится, греет. Всех веселый огонек ободрить сумеет. Хочешь чаю вскипяти, в темноте посветит. Быстро время пролетит в дружеской беседе. Быстро время пролетит в дружеской беседе. Ла-па-па, ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па. Ла-па-па, вот это и с набережной учится кочка. Если этот огонек в сердце проникает, сразу всем с тобой, дружок, хорошо бывает. Огонек любви своей подарит так просто, чтобы стало в сети. По-моему, когда идут они за землями, чтобы стало в сети, маленький взрослый. Быстрее нагревается. Ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па. Да, уже быстро нагревается, горячий. Уже удержаться нельзя. Немножко теперь потребление выросло, наверное, потому что отключил индуктор и ушел резонанс. Да, немножко потребление. Бьется только. Давай поделимся друг с другом, души тепло, души тепло. Наверное, потому что я облучил, что я стал положительно виражером. Открой свой дом, открой вот, свой дом. Вот это вот, ай. И кем бы ни был, гость не ждал, к столу зови. Наверное, это все слабо и горит с зерном. Как ни странно, закон любви. Резистор, он так сильно нагрелся. Закон любви. Все мы дети любви, и земля нас ждала. На ладони своей нас она привела. Все мы дети любви, и земля нас ждала. На ладони своей нас она. Доверчивее будем и жить дружней, и жить дружней, дарить свое внимание людям всего важней, всего важней. Делиться хлебом и заботой, давай с любым, не ждать, когда попросит кто, не быть чужим. Дети любви и земли.
земля нас ждала на ладони свои, нас она приняла. Давай друг другу помогай, людей любить, людей любить, и никого не осуждать. Доктор. Любить нельзя, наполовину жить не получается. С последнею надежды к сыну спешит душа, спешит душа. Все мы дети любви, и земля нас ждала на ладони свои. Нас она вот слабо берет, потому что твердый, видимо, имеет мягкость какую-то, и вот что-то как через емкость закорачивается частично. Поэтому если просто убрать зеленый мост и повесить прямо на выход лампу, то она ярче загорится. Вот этот транзистор R640, он имеет сопротивление не такое уж большое, поэтому когда он нагревается, его сопротивление автоматически растет, и ток уменьшается, поэтому его труднее сжечь каким-нибудь помощнее, легче сжечь, потому что ток пойдет очень большой. Ярким солнечным морям заискрятся облака, а выброс воды из как пойдет, их раскрасит синева. Лучик солнца золотой засияет над землей. Для тебя в небе новая заря, для всех нас дарит свет удивительный рассвет. Для тебя, и, конечно, для тебя, для всех нас дарит свет удивительный рассвет. В небе радуги горят, расцветают словно сад. Отец, нашим душенькам венец, слезы катятся из глаз. Если поменяешь концы обмотки, в жизни все как в первый раз. 28 витков. И местами поменяешь, тогда вот эти импульсы будут не вниз, а вверх идти. И о вечности пути. Для тебя, для тебя, у тебя новая заря, для всех нас дарит свет удивительный рассвет. Для тебя, для тебя, и, конечно, для тебя, 150 вольт. Для всех нас дарит свет удивительный рассвет. Тут одного пушку вот 5 ампер. Снайбер убрал. Можно его поставить. С ним немного падает потребление. Тебя я позову с собой. Немножко даже лампочка ярче. Лампочки ярче горят. Вот без него и с ним. Такая картина. Любимая моя, любимая, над нами свет любви золотой. Любимая моя, любимая, как хорошо, что ты
Это с голографом, так ищи. Нервы, нервы действуют. Слава нервы. Усталость приносит. Я думаю, лучше бы я его не покупал. Лучше бы немножко дороже купил, но может зато бы не пищал. И полон брака имел, так сказать, сколько я его чинил. Вот в этой установке. Там Руслан показывал частот. Вот я посчитал по клеткам, какие там частоты. Там, как он говорит, частота накачки у него 8 кГц. Значит, частота у него Теслы, резонанс Теслы 40-450 кГц, где-то 2,2 микросекунды от синусоида, от периода. И где-то 125 мегагерц у него эти пачки, расстояние между пачками, этими, ну, эти пачки как импульс получается. Вот, если прикинуть, 8 кГц у него идет. Частота накачки пушку 125 Гц. Эти пачки идут. Ну, я так прикинул, посчитал кратность. Вот это 125, это получилось 64 там. Ну, может, не 125, там, может. Ну, я как. Это, может, другая была частота. Ну, я так, теперь я это 125 так по памяти написал. Там, может быть, немножко другая. И получилось 64 кратность. Так что он жалуется, что не может получить, как бы, только 50 там ватт зажег на 190 вольт. И самозапит получил, и жалуется, что как бы, что у него такая малая мощность, что он хочет. Если представить, если бы вот на этой вот катушке лежачей, если бы он тоже пушку бы сделал на, там, на 15 кГц, Теслу пачки бы шли с частотой 150 Гц, но тоже бы что он бы получил бы. Тоже бы малую мощность получил. Так и тут тоже как-то неотнуманность все сделал. Но даже удивительно, что даже такой редкий период этих пачек от Теслы. И этого уже хватает, чтоб пошла такая прибавка немалая, и удалось даже самозапит сделать. Но, возможно, эти затухания гораздо больше идут времени, и они как раз важны, эти затухания, а не те импульсы, хоть те импульсы и выглядят впечатляюще. Но я думаю, что тут но как бы так где-то 50-50%, что тут вообще эти пачки, они тут не нужны. Тут главное, нужно создать резонанс, ну, чтоб просто шла частота, может быть, постоянно работающий катчер, или
Тесла с АПЧ там колечко поставить на земляном проводе, и можно АПЧ сделать. И это облучение частотой постоянной, она как-то воздействует, видимо, еще и с землей, и как-то с катушкой, и с частотой, с магнитным полем низкой частоты. И тогда что-то происходит, что как бы не видится ток. И ты можешь нагружать первичную обмотку сколько хочешь, ну, а на вторичке она никак не влияет на первичку, как бы токи. Как-то взаимодействие происходит, и что ты подашь на первичку, то передастся на вторичку, но так как будто нагрузки никакой нет, потому что пока поле идет, она потом магнитная складывается с магнитным полем, вероятно, пучностью Теслы, и они как-то связываются. И уже магнитного поля как бы не чувствует препятствия, чтобы взаимодействовать, чтобы как бы от начала, чтобы бралась энергия. Капанадзе, то как он делает? Он берет катушку, пропускает 220 Гц, ну, на той 2-киловаттной установке, там видно, выходит два провода, выходит 220 Гц, и по низом намотана тонкая катушка. Вот такая, один слой, биток, витку, такая лаковая провода. И на ней потом намотана одна катушка и другая катушка, и потом из них на выход 220 вольт, 50 Гц. И там через ту лаковую катушку, там эта лаковая катушка может быть или трансформатор Тесла какой-то, там часть ее катушки, или это какой-то резонатор. И там где-то внутри трансформатор Тесла. Как-то это с резонатором, видимо, связано. Со стоячими волнами. Достаточно одной постоянной частоты, поэтому Надзи говорил, что тут 200 кГц, потому что там как бы этих пачек, наверное, не надо. Там Руслан тоже на постоянном качере делал, у него там же не было никаких пачек. Тоже мощность приличную снимал. В мире столько добрых глаз, от сердец к сердцам земля согрета, значит, с нами Бог, что увидеть нам помог, как прекрасен этот мир, сколько в нем любви, тепла и света. Значит, нас спасет вера одна в красоту любви, в торжество добра. Значит,
зажег огонь, чьи следы на облаках, чьи мечты зовут теплом весенним, значит, с нами тот, кто осветит этот путь, кто несет любовь в руках, значит, в мир опять пришло спасение, значит, нас ведет вера одна в то, что мир спасет, что грядет весна, значит, в нас горит вера одна в истину любви, что живет в сердцах навеки. Оглянись вокруг, в мире столько теплых рук, в мире столько добрых глаз, от сердец к сердцам земля согрета, значит, с нами Бог, что увидеть нам помог, как прекрасен этот мир, сколько в нем любви, тепла и света, значит, нас спасет вера одна в красоту любви, добра, значит, нас спасет.